Зимние Олимпийские игры в самом разгаре. Болеть за спортсменов можно не только дома перед телевизором, но и на самом большом катке в городском округе. Так юные хоккеисты поддерживают российских спортсменов в Пекине. Вместе с главой городского округа Дмитрием Волошиным они вышли на прямую связь с другими округами Подмосковья. Города Подмосковья, Химки приветствуют вас. Сегодня здесь с нами наши юные хоккеисты, наша будущая надежда. Вместе с нами приветствует и также болеет за наших. Конечно же, мы рассчитываем только на победу. Только на победу. Россия только вперед. Химки вперед. К поздравлениям присоединились Одинцовский городской округ, Красногорск, Домодедово, Королев и Реутов, а также олимпийские призеры зимних видов спорта. Независимо от вида спорта, все эти ребята прошли огромный путь. Это стоило им огромных усилий, они достигли невероятных высот, потому что даже поездка на Олимпийские игры – это уже большое достижение. Так что болею просто за всех наших, за всю нашу сборную. Задача телемоста одна – поддержать всеми силами спортсменов, которые сейчас борются за звание лучших на Олимпийских играх в Пекине. Олимпийские сезоны в Подмосковье, в том числе в Химках, проходят у нас здесь. Здесь размещен большой экран, на котором жители могут, катаясь, смотреть спортивные трансляции напрямую с Олимпиады. Здесь у нас есть кафе, где также можно отдохнуть и посмотреть те спортивные состязания, которые проходят, узнать результаты. Фан-зона на театральном катке открыта до конца Олимпиады для всех желающих.